А что, если мы сегодня попробуем транспортировать оппонентов к себе на колодец? Внимание! Заканчивается посадка на рейс Teeny Airlines. Всем, кто не прошел, рекомендую пройти к колодцу. Слушай, а может не надо? Let's go! Очень жестко. На самом деле, даже вот мы сейчас драться не можем, мы не деремся, да, но мы их свапаем под колодец. Ой, хорош! Вот это прям годно. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если мы сегодня попробуем транспортировать оппонентов к себе на колодец? Как это будет у нас происходить, сейчас мы посмотрим. Ребятки, в общем, сегодняшний видос, надеюсь, получится очень фановым, реально очень интересным, и надеюсь, он реально вам зайдет. Не забудьте поставить лайк и, конечно же, поддержать мой YouTube канал подписочкой, ребятки. Также не забывайте залетать на стрим 19 по МСК и не забывайте поддерживать ТГшечку. Подписались на ТГ, по кайфу, ребятки, проводите время. Там очень много информации различной выходит, вплоть от контента, да, то есть какие видосы там будут, что у нас там будет и тому подобное. Поэтому не забывайте, залетайте, буду очень рад, буду очень рад. Спасибо всем за вашу поддержку. Так, ну и что, касаемо видоса, ребята, ну есть какие-нибудь идеи? Да блин, я думаю, вы и так уже поняли все, в принципе, по начальной заставочке, плюс еще, что у нас должно было быть. Не только по начальной заставочке, но и, в принципе, по нашему пику, да, который у нас есть, в принципе, тут все, я думаю, более чем понятно, поэтому, ребят, просто желаю всем приятного просмотра, let's go, Венга стан дает, и начинаем делать ФБшечку. Раз, два, еще одна тычка, три, хорошо, отлично, ФБшка в нашей стороне, это радует. Ксус. Ой, смотри, это что такое? Так, ну у меня вейв-форма КД. Подожди, 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 подожди. Еще одну точку дает, хил пошел. Хорошо. Еще куру успевать надо открывать и переставить ее. Что за гоу? Го, что за суета, ребята? Суета с первых минуток. О, сон пошел. Сон пошел. Опа, уничтожение. Что за игра? Чё за игра? Да деритесь с ними, ё-моё. Кидай, кидай, кидай его сюда, дядя. Опа, гиролёт. Летающий гиролёт. Что за хрень? Что за фигня вообще происходит? Чё там их жестко вообще? Раскатали на руне. Так, ну там взяли Сларка. У нас офигенная комба. Пудж. Офигенная цель. Заберет Алча? Хорош, лучший. В общем, ребят, катка у нас уже началась агрессивно. Кстати, не забывайте то, что сейчас катки я все пишу в пабе, потому что в пабе не подписчики. В пабе именно игроки, которые вот просто зашли, да, поиграть. И когда они начнут это видеть, от них будут самые настоящие эмоции. От подписчиков таких эмоций не вытащить. Поэтому, ребятки, погнали. В общем, что по нашему Затару? Здесь будет морф-силовик. Это по-любому даггер, это по-любому тревел. А, возможно, постараемся сделать себе что-то типа даггера, но пока не уверен. Пока не уверен. Там посмотрим уже. Начальная стадия игровая у нас получилась очень динамичная. Надеюсь, в дальнейшем будет так же. Так, верт, короче, решил просто автоатачить. Очень странный верт. Так, это крипи. Оп, не заденаю. Печалька. Постараемся, наверное, гибридно раскачиваться, потому что мне нужно будет здесь это, конечно же, адаптивы. Вообще адаптивы желательно замаксить. Наверное, вейву я возьму на единицу и раскачаю 2-3. Я думаю, так будет более корректно. Чтобы можно было как можно раньше пользоваться этой комбинацией со станом. Хорошо, Венга там работает. Это, кстати, верт с 83-й. 83-й карте очень сильно душит верт через единицу сразу. Она 85-й, к сожалению, не душит.
Блин, там и герои активные, это баратрум, это по кайфу. Бар вообще очень плотный, можно будет над ним поиздеваться. Пока наша задача это просто фармить. Как только возьмем свои слоты, начинаем делать комбу. Интересно, сколько раз получится перетянуть так на колодец врагов. И это должно быть прям реально. Реально очень весело. Такой, я думаю, нигде вы еще не видели. Обязательно еще, как говорится, газоните. Хотите ли вы третью часть такого видео? Третья, вторая часть. У нас догоны в третью часть уже будут. А по поводу такого контента, не знаю, вторую часть, если хотите, может быть, заделаем, но что-нибудь еще дополнительно придумаем. Может быть, Каолина. Мы долго тестили. Каолин тоже неплохо заходит, но там все упирается в аганимы. Каолином тоже можно там взять, в камешек превратить, что-то когда побегать. То есть, но самый импакт это Атропос плюс... Плюс Венга. Венга офигенно свапает. Ой, хорош, задушил он его, засолил. Засолил он его. Ох ты, посмотри, как он денает, а. На баратруме. Денает на баратруме. Мне главное, экспириенс идет, все остальное мелочь. Венге потом поможем. Там аганимчик поднять. Хорошо. Хорошо. Пока что фармим. Так, у меня же собственный курьер, да? СТ. Вот так вот сделаем. Немного дэмэдж себе повысим, чтобы было слетовать. Да, тот не Макси, не Макси, не Макси. Хорошо. Отлично, вот преобразуется у нас затарчик. Пока что по лайнам. Так, Венгу надо спасать. Не успел, ну ладно, пойдет. Засейвил сапы. Засейвил. Оп, хорошо. Мы можем, в принципе, убивать, можем и не убивать, в принципе. Я такой бы не убивал бы, надо просто фармить. А потом уже будем рохлить, убивать. Потому что лайнинг, ну, лайнинг, да, в любом случае можно, да, кстати, задушманить так, пожестче. Так, адаптивы, хорошо. Есть. Отлично. Венге левел нужен тоже. Вот так Венге распишем волной, чтобы он подстакал, да, там? Там берешь отсюда до сюда там. Потом тычку, а в нижний кэмп образно. Волну или верхний, да. Но просто верхний он может вот здесь перекрыть хитбокс. Поэтому я нижний иногда беру. Пойдет. Самая главная тема это Венге тут 10 секунд загонима. Блин, я уже в предвкушении, будет ли что-то тут лютое или нет. Но такой контент по-любому вы нигде не видели. По-любому. Первое, что я куплю, это скорее всего тревел. С тревелой дальше будем подфармливать. Хорошо. Крипстат, в принципе, ползет. По чуть. По чуть ползет. Вейвформ я не макшу. Можно, нужно будет раскачать нам. 1, 2, 3. Второй мы прям на фул выкачаем. Вейвформу, скорее всего, просто в единицу так и оставим. Будем 2, 3 раскачивать. Так будет интересней. Тем, что я смогу просто быть мобильным и выполнять свою задачу, которая поставлена. Задача поставлена у меня, это просто простанить, да? Ребят. Спасибо всем, друзья, кто смотрит премьеру. Я знаю, что сейчас премьера у нас идет. По-любому на ней сидит сейчас минимум 100 человек, ребятки. Обязательно поставьте лайк. Не забывайте поддерживать новые видосы. Новые видосы, они...
как говорится, и для старой аудитории, и для новой, и для будущей новой офигенно зайдут. Поэтому не забывайте, ребятки, просто поддержать видос лайком. Это поможет продвинуть этот видос. Продвинуть. Продвинуть куда? Продвинуть чуть-чуть выше. Поэтому не забывайте, друзья. Рили. Буду очень благодарен. Что там они комбинят? Комбинят, ребята, на топе. Комбинят. Сон-тос, и поехала. Ух ты, там венга душит. Если что, ТП дам. ТП дам, если что. Ребята там комбинят. Конечно, было бы круто мне, наверное, на Тине здесь играть. В этой катке. Морф это все-таки такая второстепенная, наверное, какая-то роль. Потому что... Ну, Морф тоже должен фармить, уметь. Поэтому я решил тоже сесть на Морфа, потому что Морф должен уметь фармить. Блин, как он меня подбашивает-то, а? Такое. Морф должен такой быть, фармящий тоже. Если морф хорошо фармит, то ранний выход в адаптивы. Да ты что? Как он меня хочет? Давай побьем его немного. Опа, отлично. Хорошо. Так, у меня есть travel. Отлично. Travel имеется у нас. Travel у нас имеется. Хорошо. Можно на базу, в принципе, слетать. Давайте слетаем. Есть. Сейчас перелетим обратно. Тиник там с арканой уже. Бодренький. Хорошо. Зачем вот это вот делать? Мне крипстат нужен. Левел. Так, адаптивы тройка, да? 7, 8, 9 левелы. Вкачаем. Адаптив. Тревел есть, мана будет. Просто чуть фармите и все. Зачем вы суетитесь? Лайнинговый фарм какой-то взяли и все. Так, бара на меня бежит, наверное. Так, адаптив. Хорошо. Хорошо, так, ребятам, команды пораздал, чтобы был самый сок контента, это когда не овер-перефарм, да, а именно контент, именно контентная игра. А, блин, не могу крипа добить. Вот такой вот морф, который умеет фармить, не добивает крипчиков. Ну, в принципе, 55 с full free line, но это маловато, надо 60 минимум. Когда у вас full free line, то 60 минимум вы должны добивать, 60 минимум, а то и выше. Но так как 85-я у нас больше карта, поэтому и крипчики немного дольше идут, и тайминги немного смещены от 83-й карты. То есть если на 83-й до 10-й вы можете там забрать 70 плюс крипов, то 60. Очень интересный факт, между прочим, да? Хорошо. Венги. Хорошо. Так, на 59, да, крипчиков сделал. Венге не только фарм, венге эксп нужен. Хотя бы до 11 левела. Я жесть там душим. Нереально. Хорошо. Я могу, в принципе, даже уже с Soul Ring'ом что-то делать, такую тему, да? Тревела, тревелой. Еще гибрида бы желательно вкачать. Что там, алхимик, радик имеют, да? Неплохо, неплохо. 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 Ок.
Так вот, найс. Есть. Так, что по артефактам? Можно выйти в линку. С линком у меня мана заканчиваться не будет. Скорее всего, мы сейчас так и сделаем. Выйдем в линку, мне гибрид дадут, и все, можно работать. Да, линка, travel. Думаю, нормально будет. Можно было бы, конечно, еще даггер. Ну, даггер, наверное, докупим. Первую комбинацию начнем делать. Первую комбинацию. Так, адаптивы я раскачал. Адаптив у меня замакшен. Алхимик фармит. Венги гоним сразу сейчас. Отлично. Первый раз попробуем. Хорошо. Только мне мана нужна будет. Не воруй опыт. Да-да, он апнет, нормально. Мне хотя бы ультимейт орб. И поехало. Я там алхимик душит уже. Хорошо, но идет дело. Моменту. Момент, только алхимику нужно будет Раденцы вырубать и рядом с нами не бегать. Пуч просто не знает, что делать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, Венга и мне тогда. Хорошо, у меня еще будут статы. Хорошо. Ну, жестко, конечно, они нафидонили. Фармим. Тини тоже у нас есть, Тини. С даггером почти, это радует. Это радует. Хорошо. А чё, нельзя было там? А, там крипы. АФК. Понял. 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 Оп, есть. Там Хускар забежал. Так, Венгу запулили. Так, тут есть. Он умрет или? Дыши его, дыши, я не буду помогать. Нефиг вот это расслабляться. Вот атропа сейвит его. Сейчас он нас ракет задушит. Хорошо. Тини, позорище. Ой, жесть. Так, полторашечка уже нарисовалась. Хорошо. Тропосу, Октарин и погнали. Че там Венга у нас фармивит? Да, 8-9 левел уже почти. Он быстро сейчас 9, 10, 11, само то будет. Само то. Хорошо. Есть. Сейчас тут уже арбу добьем. Так, Баратрум. Дядька, ну что тебе надо? Дай мне пофармить.
Вот спокойничкому. Почти линка есть уже. Так, алхимик фарми. О, крип там пошел. Фидер. Вот это реально фидер был. Это не то, что там фидеры, знаете, там какие-то другие. А что тебе надо? Хорошо. Вот так сделаем. Бой. Оп, хорошо, пол лица. Но это не страшно. Не страшно. Так, репликейт. Хорошо. Отлично. О, здорово. Что ты делаешь? Ну, найс. Конечно, базу нужно было, камон. Что делает наш Тини? Мне на линку. Линку сделаем. И пойдем. Фига себе, что за шот-дота? Пойдет. Так, у меня уже 12-й. Нифига себе, мы тут левелов поапали. Есть. Так, в силу перекачка. Так, в силу. Хорошо, дагер next. Так, это уже максимально черный. Оп, вот здесь вот этот. Оп, вот этот порог. Достаточно. Хорошо. Вот так вот. Найс. Полный индикатор. Го попробуем. Го хуска. Го хуска. Он резистер. Сон. Свап. Я стан. Гоу, 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 атроп. Куда ты? Хорош, поехала. Свап. При 30. Сон. Сон, 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 сон. Хорош. Свап. Тос. Пойдет. Но он не выжил, просто не выжил. Да, уже умер бы. Почему-то не по красному индикатору у меня не простанило нормально. Ладно, сейчас сделаем. Нормально мы так подсвапали. Пойдет, для первого разика пойдет. Для первого разика пойдет. Так, у меня еще гибрид открывается, еще дополнительно можно. Можно дополнительно тосать. Сейчас начнем. Так, венгу слили. Слили. Так, 4.25 стан, отлично. Сейчас дагерочек сделаем. Дагерочек.
Хорошо. Го, еще. Венга, вес. Гоу, еще. Бара. Бара, 1100 хп. Много. Бару можно. Форстафы еще. Сейчас с форстафами еще как намутим. Как намутим. Как намутим еще. Оу. Выйдите поближе. Насвапаем. Хоть верта, пофиг вообще. Хорошо, байт пошел. Сон. Тос. Стан. Хорошо. Свап. Нормально мы так их туда-сюда. Жестко. Это жестко. Сон, 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 сон. Оп, хорош. Есть. Тонкие они. Так, тос у нас раскачанный, да, по-моему? Тос в 4. Ну, я просил чела на тине тос не качать. Посмотрите, какого ЛВЛа у него тос. Лол, я же сказал, в единицу бери, нафиг его максить. Так, бара. Пуджа что-то не видно, он что, в АФК встал? Вот таких игроков вообще терпеть не могу. Бара Тараску купи там. Подсказывает. Го-го-го, баловать его. Ну чё ты бегаешь, подтосал бы. Да ё-моё, не могу на себя же откинуть. Могу на себя же откинуть. Жесть. Не могу на себя же откинуть. Постоянно. Вот это и сейчас не очень комфортная тема. Так, даггер есть уже. Даггер есть. Что происходит? Непонятно вообще, да, пока? Вообще ничего не понимаю, что происходит. Так, у меня, в принципе, тут есть. Давайте остаток сделаем. Соточку силы оставим. Нам бы как-то это подкомбинивать. Вот Тини, конечно, тот замаксил, это не то. За максим. Так, Хуска. Жесть. Вот это Хускар, конечно. Го, пробовать. Так, Атропос у нас почти с Октарином, да? Атропос почти с Октарином. У нас стратегия тут такая, что нужно и пофидить. Венга на стрёме стоит, хорошо. Венга на стрёме. Я, кстати, могу Атропосом еще сон давать. Тоже. Ждем.
А почему именно на меду, спросите вы? Потому что близко. Близко. А мы ловим рыбу, чисто сидим. Сларк, конечно, тяжело будет так делать. Сларк, он, в принципе, его тяжело ловить будет. Бара на топе, все на топе. Сейчас бара прибежит. Уже. Уже бежит, 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 бежит. Ага, отменил. Сон. Что происходит? Что происходит? Так, хорошо. Давайте вот так сделаем. Опа, крипули туда. Что происходит? Что происходит? Все пошло не по плану. Хорошо, я отпасы. Что за кринж просто? Ой, жесть. Что за кринж? Мы все нажали так криво, но потому что непонятно, кого фокусить. Кого фокусить? Жесть. Сва, потом стан. Ну что-то как-то у нас не пошло сейчас. Далеко был просто, не успеваем. Так поближе надо быть. Поближе надо быть. Я для Сларка, кстати, офигенный набивной мешок. Набивной мешок офигенный. Набивной мешок. Так. Опа, алхимику-то уже не весело. Уже одеваются пацаны. Хорошо. Так. И ни команды нету. Гибрид бы еще использовать по теме. Сон, наверное, лучше брать, потому что с тосом немного тяжелее, тем, что там постоянно, вот как сейчас суета была, да? Суета была вообще нереальная. Непонятно, что вообще происходит. Так, Гирыч стоит. Хорошо, пока плюсик оставим один. Плюсик один оставим. Хорошо, вон идет претендент. Венга далеко? Под тоссой или под свапой. Хорошо. Отлично, пошло, пошло. Сон, 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 сон. Свап. Хорошо. Тосс. Жесть. Под Т2, пацана. Сон. Хорошо, вот это, вот это, вот это. Стан. Куда? Алло? Чуваки, вы чё? Ну свапы, зачем там бить? Роплим чисто. Венга, ты чё? Сможем же.
Вот как они заморалены, чуваки. Пробуйте, мы же делаем контент, ребята, ребята. Это контент, алло, очнитесь, прием. Пробуйте, просто пробуйте. Вон, поехали, вон, гоу. Сон сразу ему, хорошо. Поехала. Свап. Стан туда. Тос. Сон туда ему. Свап, хорошо. Хорошо. Отлично. Туда вот эту вещь. Хорошо. Еще раз успею. Отлично. Вот. Контент. Свап. Хорош. Тос. Стан. Вот. Видели? Вот это контент, понимаете? Аж отсюда мы его перетянули. Вот это контент. Вот этот... Ну, тот за Макшен, чувак. Тот за Макшен. Вот это надо пробовать. Я буду от Ропа брать лучше. Добсон. Чем тиником тосать. Вообще нормально будет. Так, Октарин почти, да, там? От Ропа. Октарин, в принципе, по-моему, у Атропоса есть. Венгу. Хорошо. Вот это тот контент, который мы хотели. Тот контент, который нам нужен был. Венги, тревел. Опа. Стан дал. Сон. Тосы, свапы. Есть. Есть два. Хорошо. Хорошо, встань. Сон. Хорошо. Ух ты, задиспелился. Нормально. Подстаню. Еще, давай. Свап, хорош. Опа. Сон есть. Свап. Не застанился, лол. Души его. Лол. Он не застанился. Не застанился на сларке, парень. Вот жестко, конечно. Так, что мне next там? Я Октарин тоже выфармлю, наверное. Гем офигенно заходит. Офигеннейше. Так, химик пошел тоже фармануть. И на это круто, это получается, задумка полностью реализуема. Это реально. Тос. Хорош. Свобой. Тосы. Хорош. Подожди, не могу нап... Да не могу на... А, у меня нету сна. В смысле? А, видимо, я попал в тот момент, когда сон был. Так, есть там, да? Хорош. Юл. Я попал в тот момент... В тот момент попал, блин. Так, у Венги есть свап уже. Свап. Хорош. Жесть мы, конечно, душим. Я, короче, в тот момент, когда Атропос уже дал сон, тогда у меня сна нету. Я думаю, где сон? Только брейнсап есть. Уджа. Ты смотри, какой сларк. Просто ничего. Давайте тиника засейвим. Так. Хорошо. Чё, алч стоит? Алчик что-то стоит. Чё за рассинхрон?
Алхимик все вылетел, походу, да? Хорошо. Сон. Хорошо. Свобод. Стан. Сон. Свап. Хорош. Будет. Свап. Сон. Хорошо. Бара бежит. О, жесть. Стан. Это жесть. Сон, 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 сон. ВТФ. У меня герой сам ударил. А мы сейчас тут так сфидим. Так, сделаю. А вот так вот. Блин, нету сна почему-то теперь. Нету сна. Так, мне фидить вообще нельзя ни в какую. Я отойду. Почему-то сейчас нету сна. Это очень плохо. Давай, давай, бить. Бить, бить, бить. Хорош. У меня сон пропал на гибриде. Очень странно. Почему он пропал? Второй раз уже. Так, нужно варды поставить. Вардов нету. Очень странно, почему пропал сон, если честно. Очень непонятно. Почему так? Почему пропал? Непонятно. Так, его вниз. Жесть, конечно. Суетологи мы. У меня Сларк, жесть, сколько насосал статов. Но меня не убивает, тяжело меня убивать. Я Акторин сейчас еще сделаю. Пойдет. За пулем. Но я такой мешочек для Сларка прям кайфовый. Прям мешочек. Венга с Акторином, найс, то что нужно. Жена твоя, осуждаю. Ой-ой-ой. Атропоса ждем. Атропа ждем. Все, найс, можно спокойно работать сейчас. Спокойно будет. Странно, почему у меня реально нету сна. То есть, вот даже сейчас я гибрид создам, сна, походу, не будет. Сларк. Бара есть. Сон. Свап. Хорошо. Вот так сделаю. Пойдет. Нету сна, нету. Нету сна. Сна нету. Ну-ну-ну-ну. Хорош. Сон-сон-сон-сон-сон. Сон-сон-сон-сон, есть. Плюсую. Найс, сейчас будет свап. Отлично, еще подстан. Куда пошел? Мы ж подстанили. Юл, хорош! Хорош. Сон. Свап. Что-то пошло не так. Оп. Не станется. Свап, давай, свап. Хорош. Все, наша задача выполнена. Такие мы добились успеха. Лол. Получилось. Почему-то не простанивался он там несколько раз. Жесть. Нормально. Работает, ребята, но смело заявляю, что у нас это получилось наконец-таки.
Это получилось. Так, Октарин, я не понял, почему нету сна от Ропаса. Вот это единственное. Вообще. Это печально. Кого еще? Кого еще, ребята? Так, ну жирного пуджа какого-нибудь может. Баруто получается у нас, да? Тини мюсер. Если бы Тини не был бы мюсером, то... Тогда да, наверное, получше было бы. Хорошо, гол. Фарманем. Так, Октарина чуть-чуть. В принципе, можем стак с Октарином, да? Сколько у меня там дэмэджа влетает? 98, всего 98 урона. Нормально, это там 70 урона примерно. Так, погнали. Хорошо. Стан. ВТФ. Комбиним. Пик. 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 Сходу, там он альт-кукушнули его. Жесть. Блин, в паб зашел. Единственный минус паба — это очень много ливеров. При том, что это 4к ПТС, и там, в принципе, ливеров нету по ливам, да? Очень странно. Но это, в принципе, нормально в пабе. Если не получается, челы просто становятся АФК и идут куда-то по своим делам. Вот это, если честно, я вообще не выкупаю. Но мы, в принципе, зашли сюда за контентом. Мы, нам не главное то, чтобы было 5 на 5. Главное, чтобы контент получился. Кик. Кик-кик-кик. То есть нам главное контент. Свап есть. Хорошо, юл. Стан есть. Свап, 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 свап. Да свапни ты его. Просто зачем ты тосаешь? Сон, хорош. Венга свапнет. Камон, бро. Соберись. Соберись. Сон ушел. Я не кликал. Что происходит? Хорошо, сон. Жестко. Что за фигня происходит? А мы сейчас вот так дотянем их по-любому. Сон, 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 дай сон. Хорош. Хорош. Свапают бару такие. Сон, свап, сон, свап. Стан, сон, свап. 4.25. Свап. Свап, 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 свап. Хорош. Хорош, прям под колодец свапаем. До Талова. О, это круто. Это работает. Это круто, ребят. Хорошо, сон. Свапай. Да ты шо? Большая креветина. Хорошо. Сейчас закончится уже. Бех, задиспелено. Но она тригенится сейчас. Да че он диспелит просто так уже? Им по кайфу чисто. По кайфу чисто он диспелить. Свап. Венга куда так далеко уходит? Чего вы так, так далеко? Ой, жестко. Так, пойдем здесь пройдемся. Так, алхимик, кстати, у нас такой, занимается этим. Убийством, по идее. Так, есть. Я немного не пойму, почему на гибриде пропал сон. Очень-очень интересная тема.
Мы можем очень долго так свапать. Мы можем, парни, таймить тупо. И все получится даже с их базы. Гоу. Го. Хорош. Сон. Оп, найс. Все, до колодца, до колодца, one way. One way до колодца. Куда, куда? Но я буду ловить его. Поймал, поймал. Поймал его. Где он? Где он? Вот казачок, а? Гоу, помогать. Станчик. Хорошо. Сон. Есть. Давай, 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 свапаем его туда. Есть стан. Блин, не уходит в стан. Когда, короче, в мини-станы накидывается, персонаж не уходит. Оп, стан. Не станю, у меня стан не работает. Я поломали морфа. Поломали морфа. Хорошо, как мы работаем, ребята. Хорошо. Опа. А, БКБ. А, и все, и побольше. И опять обратно. Та же самая история. Ой, жесть. Ох, что-то Баратрум. Ну, Баратрум, БКБ включает, убегает. Надо Атропосу как-то на кнопки держать. Сейчас столько потеем над ним, он просто убегает. БКБ-ку нажимает. И БКБ. И убегает. Парда сейчас поставим. Хекс. Дворник поставим. На ультатропа лучше с ультом атропа это пытаться тогда сделать. Там можно через БКБ. Да, тут если корректно протаймить, то пацаны там вообще никогда не выйдут. Из сна, из свапов. Это жесть. Тут это такая комбинация лютая получается. Смотри, смотри, смотри. Хорошо. Хорошо. Сларк, конечно, такая себе цель. Да, он сейчас настакает, мы его хрен сольем. Ну что, Сларк. ББ. Настакал, Сларк, настакал уже. Так, ну что, надо, наверное, собирать какой-то дэмэдж. В принципе, контент у нас здесь получился. Какой-то дэмэдж надо подсобирать. Это дэмэдж. Актаринчики есть, можно поесть. Надо было реплику оставить и двигаться. Вот такого вот чувака можно спокойненько подловить. Как вот побежал сейчас парнишка. И его затосать до колодца. Сон и свапа ему хватит. Сейчас мы перекачаемся в аги.
ты. Дедушечка. Хорошо, я обратненько. Есть, по идее, хватит. Так, реплику на базу. У него лимка. Полетел он. Хорошо, я сейчас он. Свап. Ульт. Блин, что тут взять тиника подсыпать? Сларк меня жрет. Сларк меня жрет. Оп, успел, найс. Хорошо, еще успел. Венгу продали, да, походу? Да и посмотри, как он режет меня, ё-моё. Хорош. Они сами уже под колодец уже бегут. Ха, просто прикиньте, как скаканули. Хорошо. Они уже сами скаканули. Так, ну чё, надо подраться. Надо подраться. Давайте драться. Хорошо. Разбудился. Ага, заснул. Из-за ацида. Смотри, он не выходит из сна. Оп, хорош, подстанил. 4.25. Адаптивы сейчас будут. Сейчас убежит. Хорош. Оп, Сларка подстанил. Это жестко, блин. Давай, брат, помогу тебе вот этого забрать. Со Сларком повоюем. Там ребята Сларка душат. На колодец его нафиг. Бегаем, бегаем, бегаем. Ой, хорош, давай, давай, на колодец его, дядь. На колодец. Свапай. Тосай. Блин, это очень жестко. Очень жестко. На самом деле, даже вот мы сейчас драться не можем, мы не деремся, да, но мы их свапаем под колодец, и колодец нам по чуть ближе становится по сердцу, и мы просто забираем это все. Жесть. Так, мы подвардимся. Бежать надо. Куда Сларку бежать надо? Го помидо. Или вон Гирыч. Или Гирыч вон. Так, там резаются, да, пацаны? Мы так можем так люто таймить, на самом деле, если ловкость рук будет чуть повыше, да? Можно тут прям... Прям можно по-страшному делать. Так, Гирич в меду. Го его. Вот этих ливеров выводят. Хорошо, и прилетим обратно. Пойдет.
Хорошо. Нормально, мы тут уже импровизируем чисто. Хорош. Есть. Тосай, 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 тосай. Свапай, тосай. Хорош. Давай, давай, на колодец его. На колодец его. Давай, 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 еще. Сон, хорош. Есть. У нас получилось, ребят, еще раз. Камон. Разорвали просто его. Жесть. Го, Верта. Вот ты. Смотри, какой. Сларчонок, а. Слушай, что это плохо. У меня ж перекачек даже толком нету. О! А, подожди. Ох, хорош свап. Пойдет вот этого на базу можно. На базу, свап, 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 свап. Хорошо. Хорошо. Погиблый. Ой-ой-ой, бро. Хускара выбил. Юла тоже по кайфу, кстати, решают. Юлить можно. Юлить можно. Это жестко. И это забавно, это фаново. Репликейт странно, что не работает у Атропа, да? Очень странно. Очень странная тема. Чтобы вы этого Хускара вывели сюда. А, это иллюзия. Бара-бара-бара-бара. Хорошо. Отлично. Мы можем вообще с любой части карты, мне кажется, притащить, если там линки БКБ нету. Верча придет. Никого нету вообще. Перекати поле. Перекати поле. Г. Гопуш. Пуш ГГ. Пуш ГГ. Ребят, ну, в принципе, я думаю, более чем достойно мы сделали. С фонтана. От фонтана до фонтана. Так, линку я сбил. Хорошо. Find. Пойдем. Пап есть. Стан есть. А это не стан. Тайми и тосы. Хорошо. Есть. Алхимик чисто отвлекающий маневр. Свобод. Так, мне нужно вот это немножко. Хорошо, Сларка, свапнулись, мы свапнулись такой этой. Хорошо. Сейчас задиспелится. Оп, хорош. Ой, как хорошо, что Бара сам прибежал. Брат, Сларк, помогу тебе забрать. Давай, 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 давай. Хорошо. Там они на колодце уже, смотрю, Баратрума дергают.
Дергает ворот Трумана колодцы. Не бей, не бей, не... Ну ладно. Оставь, оставь, оставь ее. Отсвапаем. Хорош. А, весь, уничтожили. Гиролет просто. Гиролет Airlines. Произошли. Блин, на самом деле рабочая стратегия и максимально фановая. Это реально очень круто выглядит. Но самое главное, что это реально работает. Потому что я думал, это будет немного некорректно, да, но в целом... Жесть. По кайфу. Это работает. Это работает. Это работает в целом. Так, вот это вот туда. Отлично. О, меня свапнул. Зач. Тини, давай миссию свою выполняй. Он развалится быстрее, мне кажется, этот пуч. Оп, вот так вот. 4.25 еще. Лучше, наверное, вот от этого чувака. Пуджа вот этого убить надо. Хорошо, все, на баре работаем. Работаем. Что за фигня? Давай бару, бро. У него линка там, а линк собрал, таргеты не можем накидывать. Сейчас опять вот создам, да, реплику. Вот. Нету сна. Странно, почему? Нету сна. Бару подсвапает, интересно. Хорошо. Я вроде в контроле держу всю ситуацию. Нет. Тут непонятно же, кто за кем гонится. Или мы за ними, или они за нами. Есть. Есть. Еще свап будет сейчас. Хорошо. Ю. Ой, хорош. Вот это прям годно. Вот это годно прям. Жесть. Колодец помогает душить эту катку. Вот это прям сейчас годно было. В БКБшке туда его чисто. Вот это годно прям. Не помогает. Жесть, вот это годно, я понимаю. Так, пойдем искать цель. Вот тут кто-то был. То есть это Гирыч, это круто. Можно прям, я могу тоже очень сильно дизейблить. Очень сильно. Хорошо. Так, у меня тревел сейчас откатится. Жалко, что сон от Ропаса почему-то пропал после второго гибрида, но это баг. Так не должно работать. Я тестил, что вся работает, тут получается пропало и все. Хоть убейся. Очень странная механика. Очень-очень странная. Так, с Бэйном можно сделать какую-нибудь грязь.
вот это на базу на всякий случай. Вон, Гирыч. Сларк. Жесть там у Сларка бабочки. Хорошо. Сон. Венга далековато, но ничего, свапнет. 4.25. Сон. Тут вот так сделаю. Сларка бы, блин, задушить. Ну ладно, давайте. Ух ты. Вот так сделаю. Гирыча задушим, я так думаю. Так, Тиник жмыхнулся. Тиник жмыхнулся. Сларк, проблема небольшая. Блин, не смог заявлять его. Ух ты, заказ с ума, да. Это, кстати, может быть очень плачевно. Да, жесть. Очень плачевно может быть. Жесть, вот это. Ну так, подеремся, Кирасу бафну. Отходим. Сами подбайчиваются, они тоже так неплохо. Неплохо подбайчиваются. Так, Венга идет, да? Ух ты! Братка, стараюсь помочь. Так, сделаю. Ой, жесть, ББ. Нечем сливать. Сларк, конечно, имбовая хрень. Свапнулся бы со мной. Ладно. Нету ББ. Ребята там байбеки посливали, да? Фига, они в бэкдор ломают нас. В бэкдор ломают. Его тоже поломаем немного в бэкдор. Перекачаемся. 200 дэмэджа должно хватить. Попушим тоже. Тревел КД. Там уже непонятно, кто куда нападает. Или мы нападаем, или они нападают. Ларка возьмем. Очень плотный, кстати. Так, хорошо. Тут кто-нибудь на отходе, интересно? Надо подпушить. Вот это сюда. Уже 70-я минута, что-то мы так заигрались на самом деле, что я уже смотрю, уже минута у нас прям нереально жесткая. Дэмэджа не хватает, но будем импровизировать сейчас с перекачками в игре. Да, Сларка надо. Один кат монетки, жесть. Сларка, если сливаем, то норм. Сейчас прибежит. Хорошо, вот так сделаем. Хорошо. Блин, это так жестко с этими... С этими гибридами, с репликейтами. Это очень жестко. Го бару на колодец. Бару на колодец, мне кажется, изи. Низ сломаем. Жесть.
Хорош. Пошло, 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 пошло. Давай, 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 давай. Гоу. Хорош. Можем, 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 можем. Ой, хорош. Ю. Жесть. Все, просто свапаем, тосаем его. Есть. Там еще пуджак кто-то ведет. Все, пошел бара у нас. По рукам. Есть стан. Отлично. Свап. Толс. И бедолага на баре. Делаем вот так вот. Юл еще туда же. Еще Юл. Ой. Хорош. Стон есть. Свап. Стан даю. Mission complete. Прям с колодца его. Прям с колодца его просто досвапали, дотосали. Это просто нереально. Парни, го закончим. Все, там уже просто все ребята сдаются от того, что мы так нереально это все сделали. Это ГГ. Это жестко, ребят. Это рабочая тема. Это полностью рабочая приколюха. Получилось, да, досвапали. Вообще жесть. Жестко. Это работает. Блин, в принципе, катка настолько долгая и столько тут моментов, что я думаю, в принципе, вторую катку писать здесь не нужно будет. Потому что, ну и какой смысл? Две катки достаточно. Что там, драка, да, ВС Ларка? Я помогу. Я все могу. Эй. Идиот. У нас там пацаны гибнут. Нет, я не хочу умирать. Перекачка. Хорош. Свапаем, закидываем его. Хорошо. Го Юлом его душить. С Юла добил. Ой, добил с Юла просто, пацана. Жесть, го закончим. GG, ребят. Ребята, напишите в комментариях еще. Может быть, еще такую каточку нужно будет запилить. Мне кажется, прикольно получилось. Прикольная игра. И в целом, это рабочая стратегия, которая реально может прям, ну, выводить на такой, на рофл данную всю ситуацию. Ну, как вы видите, прям с колодца мы пересвапали этого баратрума. И это очень-очень круто. Очень круто. Я думаю, оно, в принципе, именно этот контент у нас удался. Я думаю, он у нас удался. Хорош. Куда ты его свапаешь там? Бара стоит просто. Тут такой контроль нереальный, это жесть. Опа, тут, слушайте, надо, наверное, на базу слетать. Так меня не это. Дизейбли. Атропа сломает там. Так, я здесь. Хорошо. Есть. Свап. Хорош. Круче это было бы в Дискорде делать, конечно. В Дискорде это прям более качественно было бы. Опа, отходим. Они сопротивляются еще, блин. Это жестко. Го, Бара сам идет к нам. Как он меня этот Гирыч задушивает.
Хорош. Гирыча просто смывами фармлю. Бару, бару, бару. Свап. Хорош. Хорош. Давай, давай, забайтился, на меня чаржанулся. Линка в линку. Было. Оп, хорош. Да! ПП написали. Блин, почти, почти еще разок мы этого шестислотового баратрума наслапали. И, ребят, в целом эта катка получилась, ну не знаю, наверное, в какой-то момент где-то было именно скучновато, но в целом это получилось реально рабочей стратегией. У нас получилось несколько раз, прям даже, ну, раза 4-5, наверное, наслапать. Вообще, прямо аж центр, да, до колодца, и это реально очень круто. Обязательно поставьте лайк за такое видео, друзья, и спасибо всем, кто его посмотрел. Ну и на этом, наверное, все. Обязательно пишите свое мнение, нужно ли еще попробовать такую же стратегию. Может быть, какого-то героя поменять, но, в принципе, у нас более чем оптимально. Это два рабочих персонажа, это вот эти два рабочих персонажа. Ну и Морф тоже на подстане очень хорошо помогает. Очень жалко, конечно, что почему-то гибрид поломался и не было второго сна, но не суть. Ну и на этом, друзья, все. Обязательно напишите комментарий, нужно ли сделать вторую часть такого видео. Ну и в принципе все. С вами был Ксеназос и до скорого.